Давайте, чего уж. Неандерталец, мать твою, за ногу. Да ты чё, напряженный ты такой, а? Вот именно. Рейтсе. Падай ты уже, мать твою. Фу. Похож на этого царя Леонидаса. Так, прилег. Сейчас эта гадина сзади где-то спустится. Зачем я ее тогда упустил? Блин, теперь постоянно осматриваться назад нужно. Там еще один такой же, здоровый. С ним нужно быть осторожным. Ну, давай, иди сюда. Он, по-моему, подвис, смотрите. Да. Ты что творишь, дама? О, ты посмотри, что со мной. Офигеть. Ты еще живая, что ли? Пошла вон отсюда. Ёлки-палки, как она мне жизни-то сняла. Так. Блин, это что-то невероятное просто. Давайте молот возьмем. Ну с тобой-то, я думаю, мы с помощью этого оружия разберемся. Фу. Так, теперь аккуратно идем вперед. Нам нужны жизни, конечно же. Которые, честно говоря, даже не уверен, что здесь где-то будут. Больно уж здесь как-то все глухо. Да твою мать. Офигеть, но только не ты, а. Аккуратно. Спокойно. Блин, куда пошел? Да давай, дохни уже. Тихо, тихо. Бежим. Да замолчи, не до тебя. Пошел вон отсюда. Так. Я даже прослушал, что мне тут нужно было. Фу, блин. С этими придурками, конечно, не заскучаешь. Так, ну чё? Какие артефакты? Подожди. Блин, у меня уже голова перестала работать с этими боями. Так, сфотографирую артефакт на статуе. Дальше, что ли? Ну, вроде оно. Так, не убивай охранников, провалено. Один из трех странных артефактов сфотографирован.
Охранники сами на меня перли. Ой, хрен с ним, как говорится. Так, ладно. Я так понимаю, что нам все равно придется тут внутренний дворик куда-то выходить. Снаружи, говорит, кучу вижу. Так, тут у нас что может быть хорошее? Ну, сохранение. А там же тогда что было? Опять охранник. Да, блин, не ко мне иди, между собой разбирайтесь там, а. Как разберетесь, уже можно с вами будет... Ой-ой, а ты откуда взялся? Фу, блин. Да отвяжитесь. Отвяжитесь от меня, мать вашу. Бодайтесь там, сколько влезет. Так, один охранник лежит. И второй, похоже, тоже. Остался ты только танк бешеный. Давай, дружок, иди сюда. Да ёлы-палы, да как так? Офигеть просто. Ох, блин, да какой-то капец просто. Нереально что-то попёрло. Ну что, я думаю, справимся. Так, вы там что, бежите? Алло. А, вы респаунитесь, понятно. Так, ну а пока вы респаунитесь, я, пожалуй, сюда отбегу куда-нибудь. Да бляха, ну отвяжись ты от меня. Че ж вы слабые-то такие? Ой, ребят, да отвяжись от меня, между собой сначала разберитесь. Молодца. Ох, ты ёшкин кот. Так, все, одного квадрата уже нет. Да? Так. Стой, 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 подожди. Блин, ну ладно. Ой, елки-палки, что-то сегодня какой-то капец творится просто. Я не знаю, я, блин, так и думал, что в музее что-то эдакое будет, но... Но до такой степени это просто какой-то натуральный филиал ада. Офигеть. Так, ладно. Здесь, по крайней мере, вроде более-менее спокойно теперь. Так, хорошо. Опять вранье это непонятное. Что-то как будто уши заложил, да? Какой-то непонятный такой звуковой эффект. Так, кстати говоря, подожди. Они на этих ли статуях артефакты? На этой вроде ничего нет. Вон там возможно. Тихо. На этой тоже ничего.
Но нам, я так понимаю, сюда нужно. Давайте посмотрим, там еще одна статуя была. Возможно, на ней что-то. Главное, чтобы не нарваться на новых друзей каких-нибудь. Не очень бы хотелось этого. Вот ты, скажем. Угу, хорошо. Ох, не зря сходил. Что это вообще такое? Это как будто какой-то зажим, чтобы рот не позволять закрыть. Хорошо. Две фотки есть. Осталось третья, да, вроде? Так, дальше. Чё-то я чую какую-то замануху. Опять же, сейчас один из этих рыцарей как... Нет, он пустой. Хотя не удивлюсь, после тех кукол заводных взрывающихся уже все может быть. Так, это у нас меха какие-то. Или что это такое? Да, меха. Сфотографировать металлические куски на столе. Капец тут крови. Ты уверен, что это краска? Ой, что это кровь, а не краска. Собери образцы крови. С помощью чего? Так, как мне кровь собрать? Тоже тот еще вопрос. Крови-то полно, но вот именно то, что... вот собрать можно только тут, да? Так, ну давайте. Образец этих металлических кусочков странных тоже, говорит, собери. Первый насчет этого прикольнее был. Там под каждую вот такую замануху свой инструмент был. Но это тоже по-своему интересно. Кровь тип АБ отрицательная. Похоже, это кровь мэра. Непонятный образец какой-то, короче говоря, скрепленный болтами из неизвестного сплава металла. По всей поверхности кровь. Есть ли какие-нибудь доказательства того, что металлические кусочки это принадлежат, ну, то есть были в теле Рэйчел Марс, то есть мэра? Any evidence the metal pieces came from Rachel Mars' body? Yes. Да. Коронер нашел шрам на ее теле и дырки в ее костях. Похоже, говорит, у нее был секрет, и он ее убил. Полиция в своем на пути. Иди, говорит, в главный зал. Короче говоря, у нее тоже что-то внутрь было, какие-то то ли типа протеза, то ли имплант какой-то тоже, как и у нашего героя, как и у Ван Хорна. Его тоже вырезали. Зачем их вырезают? Она, говорят, сидела на боль утоляющих. Эти имплантанты доносили ей кучу болезненных ощущений, неприятностей. Так, там движуха опять какая-то пошла. Я не думаю, что нам так просто дадут выйти отсюда.
По крайней мере. Короче говоря, кто-то тут за ящиком, я его слышу. Хорошо в наушниках играть такие игры. О, ребята! Давай. Да спокойно ты, мать твою! Что ж ты не сдохнешь-то все? Айда сюда. Отца. Ты живой, что ли, еще, твою мать? Фу. Так, ладно. Куда-то второй ушел. Я так и знал, что нам спокойно не дадут уйти отсюда. Не та игра. Так, что нашел? Топорик? Да что ты творишь-то, мать твою? Так. Свободен. Нужно вернуться. Единственное, понять бы как. Потому что здесь столько развилок сейчас. Вот эта серия, она не больно-то и страшная, но... Но при этом... Именно в духе Condemned. Ой, тихо. Ой, блин. Пока я отвлекся там. Все не слава богу. Да вашу мать, дайте мне... Секунду. Что-то у меня вообще какой-то бардак это пошел. Фу, так. Спокойно. Тот-то что там психует на заднем плане? Вот так, да-да. Бей его, бей! Нравится? Да падай же ты уже. Шо ж ты живучий-то такой, а? Фу, елки, офигеть. Вот эти вот враги, это вообще кошмар какой-то просто. Ой, блин. Причем тут мэр вообще была? Вообще непонятно. Так, нам, похоже, он туда теперь, да? Там мы еще не были, и его башкой, похоже, пробили дверь. Так что мы сможем пройти. Сохранение, это хорошо. Ой. Да ты издеваешься, что ли? И что с тобой делать? Да. Да вы шутите? Нет, нет, не может быть. Да охренели, что ли? Мне хана. Ой, 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 уйди, уйди. Молодца. Молодца, пацан. Да бляха. Консервная банка, какой страшный. На-на. Так, мне нужно взять оружие. Живой, что ли, еще? Твою мать.
Сейчас придет сюда. А, скотина. Так, прилег. Эти, по крайней мере, дохнут довольно быстро. Давно аптечек не было. А врагов все больше и больше. Игра не щадит меня вообще никак. Так, ладно. Да дох, да что ж так... Почему он... Вот почему он иногда кулаками бьет? Хотя надо бы, понятное дело, мечом. Ой, блин, это кошмар какой-то. Капец. Просто, просто капец. Так, там кто-то есть. Причем не просто кто-то, а самый неприятный тип врагов. Блин, хочешь жить, не так скрутишься, да? Блин. Так, вроде тихо все. Да опять ты ёб... Макарёк. Ой-ой-ой, нафиг. Сейчас упадет. Нет. А! Тихо. А! Давай, 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 давай. Это, я думаю, нельзя брать. Так, да что ж с тобой делал-то тогда? Просто убегать, что ли, от тебя? Неохота? Да хватай, мать твою, хватай давай. Даже не схватил. Так, ладно. Закрыто. Твою дивизию. Что с тобой делать? Я так понимаю, что тут что-то надо делать. Хрен там. Да ему так-то вот, по идее, вообще на все плевать. Так, что у нас? Да твою мать, ты... Нравится? Ну давай еще раз. Да блин, тут не развернешься ни хрена еще. Ой, блин, наконец ты сдохнешь. Это просто кошмар какой-то. Что-то невероятное, блин. Оп! Я даже рад этому исходу. Капец. Просто капец.
Каждый раз, говорит, я тебя увижу, ты все более избитый. Когда изучала тело Ван Хорна, кое-что обнаружила. Нашла следы фекалий на его штанах. Дай мне закончить. Принадлежит оленю, который может найти только около Черного озера. Два часа туда лететь. Я, говорит, все устрою, чтобы тебя туда доставить. Ладно, посплю маленько. Хорошо. Дорланд тебе поможет. Он вызвался. Да уж. Что там надеешься найти? Цель села на самолет. Да. Так, ну и что, на этом, я думаю, я прекращу свой первый такой блок серии, который у меня без начала и без конца. Их я постараюсь растянуть на 2 дня. Не знаю, как там получится по времени. Я не особо секал, сколько получилось. Но думаю, где-то 2 дня серии по 3 вы будете смотреть. Или серии по 2, не знаю, там как получится. Но как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур, увидимся в следующих сериях. Всего хорошего, пока-пока-пока.